сегодня Сергей Головин, всероссийская категория Московская область. Судьи на линии Андрей Галкин и Кавалерия Российская коллегия судей. Секретарь матча Дарья Антоненко. Главный судья Александр Курилин, международная категория город Москва. Инспектор Всероссийской Федерации волейбола Иван Гришкин, город Москва. Представляю стартовый состав команды «Юглас Промотор». Номер 1 – Игорь Ковалетов. Номер 4 – Иван Павличев. Номер 11 – Иван Комаров. Номер 13 – Максим Костин. Номер 17 – Сергей Кубцев. Номер 18 – Римка Куринец. Лидер номер 6 – Илья Кириллов. Лидер номер 16 – Никита Вишневецкий. Главный тренер – мастер спорта Валерий Песковский. Come on.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
марта со счетом 25-23 выиграла команда «Зенит-Казань». Со счетом 3-0 победила команда «Зенит» город Казань.